Карьера и семья. Как мы поддерживаем баланс? Именно на эту тему прошел семинар-тренинг с участием государственных служащих. Организаторами мероприятия выступил филиал Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области и алматинский филиал Республиканского родительского общественного объединения «Сынымен Балашак». На сегодняшний день сохранение баланса карьеры и семьи является одной из важных проблем общества. И не секрет, что неравенство этих двух сторон потушило очаг многих семей. Главная цель семинара – не забывать об ответственности перед семьей и работой. Сегодня эта тема очень актуальна. Большинство государственных служащих являются родителями. Среди них имеются очень много разводов. Для того, чтобы научиться поддерживать баланс между двумя ценностями, мы проводим аналогичные семинары. Данное мероприятие проводится уже на протяжении 4 лет и приносит свои плоды. В этом году филиал заключил меморандум с организацией «Сенмен Болашак». Цель – познакомить с тонкостями совмещания семьи и карьеры. В настоящее время роль родителей в воспитании детей очень снижается. Мы провели сегодняшнее мероприятие с целью его повышения – дать им педагогическую и психологическую помощь. Сейчас по городу Алматы насчитывается более 4000 государственных служащих. Мы проводим такое мероприятие, чтобы они понимали важность времяпровождения с ребенком. В мероприятии также приняли участие ряд граждан, которые совмещают работу и семью. Каждый из них поделился своими воспоминаниями, как пример из своего жизненного опыта. В ходе мероприятия слушатели обсудили пути рационального сочетания семейной и гендерной политики. Аружан Танеебаева, Гүлжан Кызайбай, Дамир Бисекпаев, телеканал ЖетСу, Алматинская область.